Здравствуйте, здравствуйте. Редакция «Момент истины» продолжает свою рубрику «Вопрос депутату». Теперь свой вопрос вы можете задать, используя мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber. Лучшие вопросы будут озвучены в эфире нашей программы. И также переадресованы для более подробного разъяснения по этому вопросу депутату Государственной Думы. Ждем ваших вопросов. Здравствуйте, меня зовут Людмила, пишу вам из города Рязань. Мы с мужем воспитываем своего внука. В этом году он идет в первый класс. Подскажите, распространяется ли на будущих первоклассников выплата от государства 10 тысяч рублей, или она выплачивается только уже учащимся школьникам? Наша пенсия очень маленькая, а цены только растут. Мы постоянно смотрим вашу рубрику «Вопрос депутату» и будем очень рады, если вы нам ответите. Кейс Светлушских сегодня о выплатах школьникам. Президент озвучил, скоро выйдет постановление правительства, где будет сказано следующее. Всем семьям школьников, включая тех, кто пойдет в первый класс, до 17 августа будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты будут осуществляться через заявление на сайт госуслуг. Знайте свои права, смотрите кейсы от Светлушских и хорошего вам настроения!